Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Сегодняшним роликом мы начинаем новую рубрику на нашем канале. Мы хотим поговорить о различных сражениях, которые происходили в мировой истории. И хотя век, в общем-то, один и тот же, 4 век до нашей эры, и даже некоторые действующие лица в обоих сражениях принимали участие, тем не менее, это все-таки разные битвы. Таким образом, мы с вами видим, что сложилось два центра сопротивления центральной власти. Это Македония с Антипатром во главе и Египет во главе с Птолемеем. Там Олимпиаду играет прекрасная Анджелина Джоли. И весь сюжет фильма вызывает такую симпатию к этой женщине. Если почитать исторические сочинения, исторические источники, то образ вот этой прекрасной женщины, страдающей от домашнего насилия в исполнении сумасшедшего полуварварского мужа и нежно любящего своего великого гениального сына, этот образ как-то тускнеет, и перед нами появляется жестокая кровожадная старуха. Третья война диадохов заканчивается, следующая война будет войной царей. Потому что сначала Антигон одноглазый, а затем и все остальные диадохи будут не просто наместниками или сатрапами, они провозгласят себя царями.